Зачем тебе, Мишка, это выкинь? Это просто бессмысленная бумажка. Нет, это не дали. Вот такой вот петушок. Петуха быка или быка петуха. Мясомаркет. Два человечка монстра. О, смотри, какая красота тут. Мир нравится? Я забыл, как они называются. Кто-то подскажет мне? Ты одноглазый, так, помнишь, как это называется? Миньона. Точно, Миньонс. Там можно наверх, а потом по горке спускаться. Там... Один поменьше, Мини, а второй Макси. Это же карусель, я сразу не заметил, подумал, она такая невзрачная, что даже... Большой-большой привет, это батуты. Это большой секрет. Я хочу туда. Большой секрет с фиксиками. А давай... А меня пока никто не видит, мы сюда зайдем. Да. Нет, Даша. Железная, даже со шпалами и рельсами. Не, я думаю, это не картон, это пластик. Или железо даже. А можно наступить? Не, Даша, нельзя лазить здесь. Это микса называется, карусель. Там что-то тебя миксируют сначала, а потом куда-то забрасывают. Чувствуешь себя, как будто бы ты в миксере. Как будто бы ты овощ, и тебя поместили в миксер. Оно здесь будет все звенеть, и, судя по диджеям, здесь будет очень громко музыка играть. Будет светиться. Здесь весело вечером будет. Мишенька, пойдем. Пока в миксер тебя не забросили. Пойдем, Миш. Да, шикарно, что есть такая широкая зеленая улица. Без пешеходов, ой, без машин. Здесь могут спокойно рисовать и бегать дети. Творчество на асфальте. Кстати, здесь очень так высоко. Здесь много собак. Они, интересно, все беспризорные, что ли? Или это чьи-то бегают так с ворой? Беспризорные? Очень много их здесь. Это кролик или кошка? Мама, смотри, кошка. Дымок черненькая. Привет, дымок. Мама, смотри. Это бомжик. Смотри, как аппетитно все сливами усыпано. Наверное, будет это желтая алыча, да? Все, смотри, смотри, спугнули. Смотри, какая Багира. Вообще красавица. Смотри, какая у нее... Это курица. Где курица? Тут. Смотри, настоящая курица. Смотри, просто по улице ходит. И без зоопарка всякого. Смотри. Ах ты сбежала! Не гоняйте, не пугайте. Пусть ходят по улице. А почему они так шею делают? Ну, они выискивают еду. Травки. А вот здесь, кстати, вот это будет и скоро вот как раз аттракцион, который строят. 23, 24, 25. Здесь знаешь, что будет? Здесь можно будет в кругах по бассейну какому-то поплавать. Потом можно будет на надувные горки. Даже можно абонемент взять и очень долго по ним прыгать. Потом есть абонемент на сухой бассейн. Потом абонемент на детскую карусель, попкорн. Короче, 200 гривен и на весь день.
Смотрите, почему курица делает так рукой? Она ищет же там что-то, там всегда в травке, да? А почему у нее тогда такая голова? Это была голова. Зачем тебе, Мишка, это выкинь? Это просто бессмысленная бумажка. Нет, это не Дарья.